Добрый вечер, обитатели Ютуба. Как ваше ничего? Перед началом просмотра ролика я хочу порекомендовать вам канал Скуп. Очень шикарный канал, очень бомбовой канал, советую. Автор канала зовут Андрей, он же Юрка, он же Юрец, он же самодостаточный человек. В общем, все путем, ребята. Творит чудеса. Ссылочка будет в описании. Проходим по ссылочке. Заходим на канал. Я вам рекомендую сразу начать просмотр с ролика, когда он выезжает в Индию, Гоа. Ребята, это не реклама. И он об этом меня не просил. Просто делаю от души. Юрка, трям-трямыч, родной. Передавай привет Катеньке, своей фиолетовой женщине. Шутки. Юмор. Все, ребята, все там на этом канале. Так что я надеюсь, мы с вами встретимся у Юрки на канале в комментариях. А сейчас приятного просмотра. А ссылочку на канал «Мы из Баку» я оставлю внизу. Анар Трам-Трамыч. Опьянил совсем, в голове дурман. Виктория. Трям. Низкий поклон. Юлия, трям. Низкий поклон. Аленочка, я скучаю. Аня Гольфштрин. Короче, всем заебись. Смотрите видосик. Там будет дальше про похудение. Катька расскажет, вообще охереете в конце. Специально для девочек. Чем тут бить? Ты посмотри, вот это вот. Ну, блять, это накапало с кончика. Ну, ты явишься к ним во время работы. Только в этот раз ты не будешь закрадываться. Потому что они исчезнут. И ты найдешь их в гробике. Бен, ты охуенен. Бен втихаря прислал денег на донатальерс. Бен, какой ты умничка. Цены Бен, тебе. Бен. Роман КЧ. Покурил за тебя бабулю. А вообще мы сейчас пришли позавтракать. Взяли булку мне эту красивую. Знаете, мою любимую с ветчиной. Катеньке взяли суши за 100 рублей. За здоровье Германа. Сейчас позавтракаем. Попьем горячего. Что мы пьем? Капучино. И пойдем, наверное, полежим. У нас такая удобная кровать. Погулять пойдем. Куда? Ну, так. И пойдем полежим. Тем более сегодня день такой важный. Вот, смотрите, какой кофеек хороший. Прям чувствуется профессионализм. Ложечку за Бена. Вкусный кофе. Достойно. А так продают мясо. Трюм. Ну что, друзья, пойдемте, я вам покажу центральный рынок Хошимина, где все вьетнамские люди покупают себе еду для поесть. Вот он. Но перед обзором рынка возникла маленькая проблема. У Катьки белые кроссовки, у меня рваные тапки. А там вот такая ебань. Так что, наверное, обзора рынка не будет. Мы
sta a toccar chitarra, mi costa cantare un son. Il mariachi di mia compagna quando canto mi canzone. Mi costa toccar mis cubas, amor gente es lo mejor. Tanto inerzi che la blanco con tu sale sta sabor. Ay, 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 amor. Мы, наверное, прекращаем наш репортаж с этого живодерного рынка. Я так не могу. Ужас. Такое увидеть, блядь. И кровь, и глаза, и языки все вырывают. Короче, нахер. Пойдем лучше домой. Смотрите, какой фундаментальный выбор макарон. Есть такие, есть такие. То есть, блядь. То есть, вам не надо здесь готовить макароны, они уже сготовлены. Прямо на контент пошел. Все, вот женщина подошла, на всю семью взяла, видите, 4 порции макарон. Вы поели такие макароны, друзья? Азия, конечно, не перестает удивлять. Везде макароны. Рынок макаронов. Вот здесь можно что-нибудь сшить. Видите, дядька шьет. Короче, похоже, знаете, если вы с какой-нибудь области, то у вас есть областной центр, а это вот рынок воскресного дня на областном центре. Атмосферка такая же, кругом одна челядь. О, давай глаз мне купим. 4 месяца усиленно спрашивала о том, что, срать пошла, а теперь ты хочешь не знать о том, что я срала. Нет, неприятно, что моя женщина капает. Так а зачем ты 4 месяца на каждый раз, когда я иду в туалет, акцентировал внимание? Что с тобой? Я иногда думаю, что он не совсем здоровый. Знаете почему? Сейчас покажу. Раскрыл все шторы и сел. Конечно, вот этим вот жизнь в Корее немножечко отличается в худшую сторону. Она сближает вот такие туалеты. Ага, сближают такие туалеты, но при этом нельзя рассказывать о том, что я срала. Зачем ты говоришь срала? Да можно рассказать, пойду цветы полью. Цветы полью. Подожди, ты сам 4 месяца акцентировал на этом внимание. Туалетная тема тобой транслировалась просто в невероятных огромных количествах, а сейчас нельзя. Не, ну для видео-то можно, зачем ты в жизни-то постоянно какаешь? Ты постоянно для в жизни это делал? Мне непонятно, короче. Уже поздно пить боржоми, когда уже вот так. А место Макдака от Бена для Катеньки я и решил взять халяльный кебаб. Это халяльный? Да. Халяльный. Цены на турецкий кебаб хаус. Халяльный. С курицей 30, маленькая, большая 50. Есть еще со свининой. Окей, okay. You want inside cheese extra? Cheese. Хотели нас развести на... А что, не хочешь экстра чиза себе? Салат соус? Можно? Окей. Спайси. Сперва мы жарим блин. Кладем блин. Кидаем туда небрежно огурцы. И что? Капусточка. Лучок. А, берем курочку. А что ты не взяла говядинку? Дорого. О, прикольно. Вот тебя Бен балует. Очень... Это вот стоит 100 рублей, да? Да. О, еще и маслица жирного тебе. Да. Заебись. Катьке взяли шавуху, а мне соти. Цены на соти. Умножайте на 3,5. Я взял себе манговый, знаете, вместо ужина. А то последнее время у меня, знаете, какая хуйня? Просыпаюсь в 3 ночи, иду, блюю чернотой какой-то и ложусь спать. Вот решил заняться желудком. Буду пить соти. Раджик, за тебя! Очень вкусно! Конечно, ты будешь? 30 грамм сгущенки налила. 30 грамм?
пойдем, а то у меня А у меня новый день. Вчерашняя съеденная шаурма, по моим обещаниям самой себе, была, знаете чем? Была вот этим вот последним обжираловым, как я думала. И думаю, я, значит, засыпаю, пойду вот, блядь, в тренажерный зал, завтра буду бегать. Или вообще собиралась пойти бегать в парк. Мы же рядом с героиновым парком живем. Где бегать, как не в героиновом парке? Андрей, правда, сказал, деньги с собой не бери, а то нечаянно героина купишь, и потом придется решать проблемы. Ну так и вот, засыпала я, значит, вот с этими мыслями, что пойду бегать в парк с утра. Проснулась, знаете что? Дождь. Мне кажется, сама вселенная говорит мне о том, что худеть не надо. Вот, да. И Андрей еще говорит, я только просыпаюсь, Андрей говорит, иди еду встречай, а там бургер из Макдональдса. Короче, все очень плохо. А чем мы вчера занимались целый день? Опиши вчерашний день наш, меня не видно. Ничем мы не занимались вчера весь день. Спали. Тебе не жалко время, вот, которое ты молодость проводишь просто так? Нет, мне не жалко. А почему? Ну, потому что я уже достаточно поработала много. Он почему-то, знаете, как считает, что вот его вот жизнь, то есть вообще вы знаете историю про то, что подобное притягивает подобное. И вот, значит, Андрей, который жил жизнью, ну он-то считает, что он на нее заработал уже, как бы заслужил, он же 7 лет блогер уже, каждый день видео 7 лет снимает, сейчас сидит, заслушался прям. Так и вот, и он, значит, нифига не делает сам, но то, что я тоже нифига не делаю, его возмущает до глубины души. А что? У нас просто разный режим выхода видео. У меня раз в неделю, у тебя каждый день. В чем проблема, я вообще не понимаю. Где выходит твое видео? А? Ссылочка на твой канал где? Внизу. Вот. И, короче, что я хотела сказать-то? Ребят, пожалуйста, женщины, девочки, давайте поможем Катеньке. Нужно по 300 рублей в день на тренажерный зал, потому что сезон дождей не даст мне ничего делать. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. А, ты по итогу попросила денег? Угу. Клево. А на ногти? Да хуй с ними. Трям.